Добрый день. Я врач-фитотерапевт Борис Качко. И сегодня вы узнаете, как правильно жарить вкусный шашлык, полезный для вашего здоровья. Чтобы на последнем этапе не испортить шашлык, важно знать, как правильно выбрать и как правильно мариновать мясо. Иначе такое мясо лучше просто выбросить, чтобы не рисковать вашим собственным здоровьем. Что мясо боится огня, знают все, ну или практически все. Однако, если вы сделали не самый лучший выбор мяса под шашлык, его смело можно выбрасывать, у вас хорошие угли не спасут. Если мясо было слишком жирным, капли натурального жира, попадая на угли, превращаются в канцерогены и с дымом возвращаются к вашему мясу, мясо становится опасным для вашего здоровья. Если мясо мариновалось в сухих пряностях, они остаются на кусках мяса. И даже великолепно приготовленные угли с просто чувством жара превратят ваше мясо в шашлыке в сплошной канцероген, вызывающий опухоли пищевода, желудка, печени, других органов. Если мясо мариновалось в жирах, в майонезе, в сметане, такое мясо можно жарить только в хорошо ветреную погоду, когда ветер сдувает дым, и оно не может попасть на мясо. Иначе, опять-таки, здоровый шашлык вы не получите. Вы получаете великолепный канцероген и возможность встретиться с кардиологом или с онкологом в отдаленной перспективе. Теперь вы больше знаете, как правильно зажарить вкусный и полезный шашлык. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.